Привет! Не Наталья, на Наталья. Вы на канале, я на Кляйн. Подписывайтесь, подписывайтесь. И кто не подписан, подписывайтесь. И сегодня с вами снова Яна и папа. И ты Тоня, и будем оттой, потую татуку пони. И сегодня мы откроем большую коробку с пони. У нас там есть. Да, у нас там Да, вот здесь нарисованы герои, которые еще есть разные наборы. Вот здесь мальчик, еще три девочки, Яна говорит. Это Флэш Сентри, Флаттершай, Рарити, которая у нас была, и Рейнбоу Дэш, Радуга Дэш. А сегодня у нас будет вот такой набор My Little Pony Equestria Girls, Флаттершай. И ее набор в школьной кафетерии. Да, а ням-ням, и дая пить. И там и ням-ням, и пить, и посидеть, и отдохнуть. Какой-то большой набор, мы очень любим эти наборы, они классные нам. Обычно попадались там классные игрушки. И там есть много пони. И там вон сзади нарисовано много-много пони, разные. Все, наверное, пони. Ну что, откроем наш школьный кафетерий? Да. Давай, поехали. Достаем, вот здесь вот открывается, оп, и доставается. Тяни, я буду тянуть, и ты тянуть. Тяни, тяни, хватайся. Есть, схватилось. Оп, есть, мы освободили, вот у нас пустая коробка. Ух ты, брошюрка. Ух ты, здесь нарисованы все пони, которые есть в этих наборах. Эпплджек. У нас была когда-то давно Applejack. Rainbow Dash у нас еще не было. Twilight Sparkle не было. Fluttershy была. Вот у нас Fluttershy. Pinkie Pie была. И Rarity тоже была. И это. Вот это у нас была, но она была вот в таком наборе Applejack. Вот такой наборчик. Ну что? Привязанный он? Привязанный, конечно. Открываем его. Ты уже стульчик достала. Вот стульчик в школьном кафетерии, на котором сидят девочки. На задних ножках он стоит. Они на него качаются. Готово. Доставай. Все, по чуть-чуть достаем, показываем. Сейчас, ребята, покажем вам, какой наборчик. Значит, стульчик на двух ножках. Стульчик нормальный на четырех ножках. А это что за наборчик? Это педика, а это аво. Когда он будет стоять. А ну, посмотрю. Это музыкальный центр с телефоном, который можно сюда вставить и можно слушать громко музыку. Вот такой смартфон. А музыкальный центр с ушками. Вот такой музыкальный центр, классный. Почему-то стульчики разного цвета, синий и два голубых. Ой, это какой-то поднос-разнос. Давай мы стол достанем. На стол поставим это все наше добро. Держи столик. Ну, его тоже надо распаковать. Снимай здесь эту упаковку. Готово. Столик. Столик под дерево сделан. И здесь еще что-то как будто написано. А, это сердечко нарисованное со стрелой. Так, еда на подносе. Печеньки. На тарелочку Яна положила какой-то бутербродик, сэндвич. Здесь ложечка, вилочка, что-то еще кладем. Все кладем на место, все должно быть аккуратно. Клади бутерброд. Ой, классный наборчик. Что там еще есть? Еще поднос. Да. И гамбургер какой-то. Интересно, из какого мяса пони делают гамбургеры себе? Картошка фри. Он туда додал. Это вот мне интересно тоже всегда было. И он додал пить. И пить там кока-колу, или фанта, или спрайт, или пепси, или что-то такое. Было всегда интересно. В мультике «Свинка Пеппа» папа свин всегда жарил шашлыки. А из какого мяса они делали шашлыки? На палке, но из какого мяса?
Вот это загадка, ребята, если знаете, напишите нам в комментариях, будет очень интересно. Салат. А это какой-то салатик. Ну что, у нас очень много всего теперь на столе стоит. Все заставлено. И теперь переходим к самому главному. Это к вот такому горну, громкоговорителю. Да-да. Вот туда говорить надо, да. Флажок. И есть я. Флажок, ура, ура, ура. Флаттершай, болельщица. Вот у нее еще рожки. Рожки, которые можно надеть на голову. И, Диан, ну надо же достать самое интересное. Пони. Пони, Флаттершай с розовыми волосами. Доставай. А, она еще вот здесь прикреплена. Ой, прилепили. Оп. Нет, все нормально. Мы же ее аккуратненько отцепили. Вот такая красивая пони. У нее даже, смотри, хвост есть. Только он крутится вперед-назад. Покажем пони. Так он мяч. А, он снимается еще и хвост. А ну, смотрите, ребята, хвост вот такой, который снимается, и можно его одеть ей на пояс. Вот он на пояс одевается. Мягкая юбочка, высокие сапожки. Я оттуда додать, я вот у нее ручки гнутся. Голова поворачивается, поворачивается. И я нужно ей... Хочет картошку с кетчупом, ей надо одеть на голову вот этот вот обруч с ушками. Вот она подходит, классно, смотри, какая пони у нас, Флаттершай, болельщица. Ее громкоговоритель отвалился. А ну, у нее можно вставить громкоговоритель в руку? Да. Давай попробуем. Так. Ой, а... Вот так. Ой. Есть? Да. А ну, не дергай, не дергай. Отпускай. Есть! У нее громкоговоритель в руке. Да-да. Привет, ребята, болейте за нашу футбольную команду. Я буду здесь и дать котлетки видеть меня окукути. Картошку фри принесите мне. Вот у нас, в общем, стульчики. И еще вот такой стульчик, на котором можно сидеть. Ушки, куча еды, салаты, как вы говорите. Ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь к нам. Быстрее, быстрее, быстрее. Держи. Быстрее, быстрее. Ну что, Диан, тебе понравился наборчик? Да. У нас сегодня был набор My Little Pony Equestrian Girls, Mini, Флаттершай, школьная столовая и куча-куча еды, каких-то аксессуаров. И даже настоящий музыкальный центр со смартфоном. Ну, почти настоящий, пластмассовый. Подождите. Пластмассовый. И куча всякой еды. В общем, наши пони теперь смогут собраться все вместе, которые были до этого. Отлично перекусить и пойти поболеть за любимую футбольную команду. Да. Ребята, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь нам на канал. Пишите комментарии. Всем пока. До новых встреч.